Ну, сразу видно, только что были скидки. Вся команда Турмсов. А что подсказать? Нифига себе, у меня на Турмсе поставлены кусты. Купил А4Е Израиль. При сбросе управляемых бомб трясется прицел, и бомба может улететь мимо. Ну это, знаешь, такие заморочки есть. Это надо потренироваться, потому что с определенного угла правильно кидать бомбу с определенной дистанции. Если честно, этому надо тренироваться, тренироваться. Я до сих пор допускаю такие ошибки, что кидаю бомбу и потом крылом задеваю собственную же бомбу. Либо у меня крыло отрывает, либо бомба просто улетает куда-то вдаль. Нам реально просто надо тренироваться больше. Ну, как тренироваться, играть? Ничего сложного в этом нету. Но то, что у него прицел трясется, это да. Например, на Харри такого нету. Потому что совсем другая система захвата цели. И удержания этого захвата. На А4, по-моему, это нормально, что прицел трясется. На Мавериках тоже, например, трясется. Блин, что-то вообще не продамажил этих лёпиков. Они уже с цепи поднимаются. У меня я по скорости тупо не успеваю просто. Нет, это не баг самолета. Это не баг. Если я все верно помню, это не баг. Но у нас там этот, походу, починился уже. Надо быть осторожным. Да ладно, Радкомвагена в башню не забрал. Новости, новости. Забрал башню Радика. Интересно. А вот и ты, мой друг. А это наша авиация. Я не понимаю, он меня заметил, не заметил. Вот, хотел вот этого забрать еще. Зараза, успела проехать. Тут есть. Мы начинаем побеждать.
карту. Все, давай, отдыхай. И я без пушки, и ты без пушки. О, блин. Хреново остановился, походу. Давай, давай, забирай его. Давай, красавчик, 80-ка Б. Не особо сильно красавчик. А тут стреляет-то. Да ё-моё. А, вот он. А, это тоже чинится. Ладно, ладно, понял. Задолбал, реально. Артур, привет. Смотря, смотря, когда этот обзор выходил. Тоже имеет значение. Еще немного усилий, и победа в наших руках. Ну, ребят, смотрите, у меня сейчас билет в один конец, поскольку я не смогу отъехать назад. Ну вот это уже как-то нечестно по отношению к моему Турмсу. Гребаный Алюэт, еще американский вертолет. Не знаю, сейчас давайте тогда после этого боя посмотрим. У меня есть американский полковой Скайхок. А, вот ты где. Вот дебила кусок. Так, у Кайлера минус казна, а тут еще что есть. Там зенитка. Второй Кайлер. И это мой Кайлер. Что с нами делает задний ход, а? Не, с Турмсом, ребят, все в порядке, более чем. Да задолбал ты уже, блин. Сколько раз меня фигачили в этом бою, блин. Пол боя я просто тупо чинился.
Задолбали. О, видишь, я тоже вижу, а забрать не могу. Потому что вот такая фигня. Забрал в итоге. Никого нету, что ли? Странно. Очень странно. Ладно, раз, два, три, четыре. Четыре, пять человек у них в команде живы, а никого нету. Молодцом, Турмс. Держит, держит планку. И играл не в топе, имейте в виду, играл не в топе. Вот такой вот результат. 8 фрагов, 3 помощи, танк не потеряли. Турмс красавчик. Фармит нормально.